О, сегодня дождик долгожданный. Ну, для огородников-то это точно, но дело в том, что я там не успел кое-что доделать. Сегодняшнее видео будет называться «Первая грядка». Я не знаю, ребята, насколько вам это интересно смотреть. У каждого есть грядки какие-то, каждый по-своему что-то делает. Вот. Но для меня это, ребят, для меня это будет дневник. То есть, как все начиналось. Ты помнишь, как все начиналось? Помните «Машина времени», по-моему, да? Вот. Как вдаль уходила земля, а к нам земля наоборот приходила. Вот поэтому пойдемте закончим то, что мы вчера начали. Я себя чувствую здесь вообще настолько вольно, что аж завитки берут. Ну хотя что завитки, я сам себя так хорошо чувствую даже в дождь. Так, то есть я вот скопал тут небольшой участок. Это вот у меня будет грядка, разделенная на две. Вот сейчас полоса лежит, да? То есть здесь будет у меня горох, а здесь будет у меня укроп и что-нибудь. Это все, что я хочу. Итак, надо столбы вбить, поперечину зафигачить. Вот, поэтому я и принес тут кувалдометр. Сейчас начну строить, потом вам покажу. Ну, вот и вода. Надо здесь вторую бочку поставить, а то не хватает. Переливающиеся сосуды создать. Ну что, пойдем посмотрим, что я там натворил. То есть я поставил шпалеры, так называемые, да, из двух столбов. Здесь я, скорее всего, тоже проведу какой-нибудь этой веревочкой. Ну и, в принципе, ребят, все. Это готово. Теперь ждем, когда подсохнет. Здесь я даже проложил себе небольшую дорожку. Она еще шатается, это все поправим. А здесь начнем с завтрашнего дня постепенно выкапывать еще одну. И будет у нас две шикарнейшие грядочки. Ну, это все уберем. Собака пускай долго не радуется. Ну все, первый день моего дневника готов, закончен. Пошли домой, эту камеру сейчас промутит.